Эй, с вами Хэтчхок Инг, джингл-беллс, колокольчики звенят, салюты пердят, а я сижу в своей комнате и записываю для вас ебучее видео, потому что я настолько ноулайфер, что за 2 часа до Нового года мне приходится это все делать. Короче, всех с наступившим уже Новым годом, это видео я залью либо 1-го, либо 2-го числа. Надеюсь, ты получил свой черный метровый дилдо, который ждал весь год. В прошлый раз мы разобрали крутецкую игру, основоположника жанра стелс. А сегодня я расскажу тебе про вторую часть, мой дорогой друг. Все это ты можешь найти, конечно, в Википедии, но считай меня своей жирной мамашей, которая читает тебе сказки на ночь. Как ты вырастешь, поступишь в лучший университет, попадешь на высокооплачиваемую должность, накопишь много денег, заведешь самых красивых детей и умрешь ты самым счастливым человеком в 102 года. В общем, только смотри, хочешь ты этого или нет. Правда, ты можешь выключить видео, но в конце тебя ждет небольшой, я повторюсь, сюрприз. Я тебе обещаю, что ты потеряешь дар речи и будешь визжать, как маленькая сучка. Поехали, бля. Metal Gear 2. Выпущен был все еще такие же далекие, как ты, но теперь менее далекие времена, а именно в 1990 году. Издателем была все та же Konami. В прошлом выпуске я говорил про второй сиквел Snake's Revenge, которая была разработана только для гейропско-пиндосского рынка без участия Konami. Она была за шквром в большей степени из-за хуевого сюжета и экшенового геймплея. И Konami признал этот сиквел не каноном и выпустил свой сиквел с Блэкджеком и Солидом под названием Metal Gear 2 Solid Snake, во главе разработки которого стоял наш боженька Хидеюшка. По словам Кодзимушки, он не планировал создавать сиквелы к Metal Gear и узнал о создании такого только после знакомства с членом команды разработчиков Snake's Revenge во время поездки в Токио. Разработчики поняли, что они простолюдины, а Кодзима бог, и попросили его заняться созданием настоящего сиквела. Получив согласие руководства Konami, Кодзима приступил к разработке игры Metal Gear 2 Solid Snake. События Metal Gear 2 продолжают игру Metal Gear, слишком много Metal Gear, игнорируя события игры Snake's Revenge. В топ-локализации Metal Gear 2 даже на английском не было, что говорить про наш великий японо-русский язык. Но впоследствии, в качестве небольшого бонуса вместе с оригинальной Metal Gear и твоей лишней хромосомой, она была включена в Metal Gear Solid 3 Substance, а также в Metal Gear Solid HD Collection уже в английском варианте. Про русский, честно, хер его знает, может какие-нибудь пираты перевели ее на уровне охлаждения углерода. Ну, как обычно, немножко про геймплей перед самым вкусным. Игра была дополнена новыми крутецкими возможностями и фичами. Например, ты мог приседать как цапля, ползать червячком и даже привлекать внимание врагов, стуча по своей пустой черепушке. Как бы глупо это ни звучало. Посмотри на экран, видишь эти пиксели? Тогда все это было в новинку. Вот сейчас ты уже знаешь 100 и один способ подрочить свой пипидрон, но в 12 лет ты знал только один способ – взять шишечку в кулачок и развивался постепенно, как и игровая индустрия. В общем, твои задачи были неизменны. Тебе нужно было попасть в аналы противников, чтобы неожиданно засунуть их планы туда, откуда тебя родили. Кругосор противников увеличивался, но твой нет. Они стали видеть не по прямой линии, как в первой части, а в определенном радиусе, что значительно усложняло игру. Враги также могут поворачивать головы направо и налево и переходить с одного экрана на другой. Помимо всех этих осложнений, вражеские солдаты способны слышать звук от стука твоего ожиревшего сердца, передвижения по определенным участкам пола, стрельбы из оружия без глушения, твою дрочку в туалете и взрывов. Если ты попадешься на глаза противника, то все остается как в прошлой игре. Ты криворукий мудак. В правом верхнем углу запускается счетчик тревоги, а на место прибегают вражеские солдаты. Как только тебе с божьей помощью удастся сбежать от противников, тревога прекращается, а игра продолжается в обычном режиме. Но не все так плохо, как может показаться. Тебя не оставили бомжом, как в реальной жизни, и дали пару фич. При передвижении ползком ты не издаешь шума, можешь подбирать мины, а также, как сопливая трусливая тряпка, спрятаться под лестницей и заплакать. Там даже специальная кнопка есть. В правом верхнем углу экрана расположен радар 3x3, размер твоего пипидрона в сантиметрах, чувак. Отображающий текущую позицию Снейка, это красная точка, и вражеских солдат, белая точка. Только чтобы нормально ориентироваться, протри монитора, а то враги будут повсюду. В моменты тревоги радар отключается. При использовании миноискателя на радаре отображаются мины. Оружие и предмет в основном заимствованы из предыдущей игры, но были добавлены и новые. Например, робот-крыса, используемая для дезориентации врагов. Они сразу пытаются ее поймать. И камуфляжное покрытие.
Теперь тебе не нужно освобождать тупорылых заложников для повышения ХП. Способности Снейка увеличиваются после каждой победы над боссом. Еще там обновили радиопередатчик. Содержание сообщений, которые ты получаешь, теперь зависит от текущей ситуации и цели миссии, а не от того, в какой комнате находится Снейк. На экране передатчика теперь изображено не только лицо Снейка, но и лицо персонажа, с которым он в данный момент говорит. Хорошо, что не твое. Ты также можешь поговорить со своими корешами, детьми. Но если произойдет перепалка, он назовет твою мать жирной шлюхой, и ты решишь его анально покарать? Ведь мама это цветное, папа, с мамой так нельзя, то тебе снимут ХП. Жизнь несправедлива, но на правду не обижаются. Да. Локация стала чутка разнообразнее, и что самое крутое, теперь ты можешь разгадывать загадки, например, со стульями, но все знают, что ты сегодня вечером сядешь на коленке, отчиму. Еще присутствует приманивание почтового голубя специальным пищевым рационом. Поиск замаскировавшегося шпиона в женской уборной. Фанаты вселенной Гарри Поттера поймут. Распознавание частоты радиопередатчика по пердежу. В кавычках стуку. Вся эта херня стала основой для будущих серий. Нет, сука, еще не сюжет. Тебе нужно помочь из истории выпуска еще. Это как с дрочкой. Чем дольше теребишь, тем бурнее оргазм. Можешь, кстати, на заметку взять маленький проказник. В отличие от первой игры, которая в английском переводе была выпущена на европейском рынке, MSX-версию Metal Gear 2 япошки зажали, как всегда, хотя были сделаны любительские переводы. Metal Gear Solid присутствует упоминание об обеих играх, расположенное в разделе предыдущей операции. Версия игры Metal Gear 2 на PlayStation впервые была выпущена в Японии 1 октября 2004 года. Впоследствии в свет вышла игра Metal Gear Solid 3 Snake Eater. А еще есть одноименная песня, на которой я дрочу. Да, она мне очень нравится. В ней просто чувствуется дух Бондианы. В 2005 году Konami снизошла и выпустила расширенную версию Metal Gear Solid 3 под названием Subsistence, куда, помимо прочих дополнений, вошли обновленные версии игры Metal Gear и Metal Gear 2. Выйдя в составе Subsistence. В Пиндосе игра Metal Gear 2 была официально переведена на английский и другие языки. Конечно же, новая версия не была тупым ремейком, как большинство современных игр. Основным отличием стали оформленные в новом стиле портреты персонажей, напоминающие дизайн Йодзи Синкавы. Пример вы можете видеть на экране. Для Metal Gear Solid. Некоторые персонажи были переименованы. Наташа Макарова стала Густавой Хефнер, Йозеф Норден Йоханом Джейкобсоном, а Петрович кем? Драго Петровичем Меднером. Че, блять? Это больше похоже на то, как ты выбираешь себе имя в онлайн-игре. Там, например, Вася Нагибатор XXX или Антон Гнугандон 99. Блять, пиздец какой-то. Драго, нахуй. Драго, Малфой Драго. Боссов тоже не обделили и поменяли имена. В игру добавили два уровня сложности. Original для обычных игроков и Easy для тупого дауна и нуба во всех играх. То есть тебя. Бонусный режим Boss Survival, а в экипировку добавлена бандана, дающая бесконечные боеприпасы. Версия игры для PlayStation 2, как и оригинальная MSX2 версия, требует от тебя обращения к инструкции по прохождению, ведь ты сам никогда не догадаешься. Для решения нескольких загадок, в частности, для расшифровки радиочастоты по пердежу твоей мамаши. Так как североамериканское издание игры поставлялось вместе со справочником, держащим только краткую информацию об игре, как Konami разместила вариант решения загадок на своем официальном сайте, чтобы такому дуралею было легче их найти. 30 марта 2010 года игра Metal Gear 2 была издана для сервиса Virtual Console. Эта версия во многом напоминает оригинальную, а также Metal Gear 2 вошла в состав сборника Metal Gear Solid HD Collection. Все, блядь, дождался. Можно хоть обкончаться. Сюжет. Шел 1999 год, холодная война подходила к концу, державы начали давать обещания об ядерном разрушении, но не все так гладко. Нефтяной рынок почти рухнул, способствовал разработке иных источников энергии, в том числе и термоядерной, но так как ты тупой 12-летний школьник, ты сейчас нихера не понял. Но как и в нашей реальности, когда Илон Макс подарил миру Тесла, когда появляются большие работающие только на силе ветра или гидротермальных, блять, ну дырок пшикающих, глупенький, источников или солнечных панелей с Алиэкспресса, мир все равно продолжает использовать ебучую нефть, которая только создает непоправимую для природы опасность в качестве земных полостей. Ай, блядь.
дырок, глупенький, но и загрязняет воздух, как заводами, так и машинами. Но этим долбоебам вообще похуй. Запасы нефти из-за чрезмерного потребления снизились до критической отметки, а мировое общество приготовилось к радикальным мерам, вплоть до бурения песка и сланца для добычи нефти там. Но также предлагалось создать возобновляемое топливо. И вот один чувак из бедной европейской страны. Если ты насмотрелся Шария, мой дорогой юный петушок, то под словом «европейское» я подразумеваю «гейробское», то место, куда стремится ненавистная тобой Украина, то есть Хохлостан на твоем петушарском языке. Чехии, ученый, сомневаюсь, Кио Марф, нет, это не марка машины, так, успешно разработал особую бактерию, способную без особых затрат обогащать нефть. Марф представил свое изобретение, получившее название Oilex, на Всемирной конференции по энергетике в Праге. Это столица Чехии, но я не виню тебя на незнание, ведь ты еще с географички не все столицы выучил. А вскоре после этого доктор был похищен злыми дядями из Занзибарленд. Вымышленная страна, не имеющая отношения к реальному Занзибару. Да, конечно, так мы и поверили, хитрые епошки. Если что, они не только белолицых, но и говнолицых ненавидят, так что пора объединяться с негрыдами и пора уничтожить желтолицых. Конечно, я говорю про саму игру и не призываю вас делать это в реальном мире. И нет, я не боюсь, что меня посадят по статье 282 или как она там. Мне вообще похуй, я просто не националист, и для меня все люди равны. А кто считает иначе, тот, скорее всего, тупой быдлан, который орет «Зикайль» или «Славит Аллаха», или кого там еще можно оскорбить, я не знаю. Пошли в жопу. Руководство НАТО. Все, блять, хватит поносить НАТО, тупой ватник. Это игра, успокойся. Узнаешь, что лидеры Занзибарленда, сука, да чего глупое название? Это как Диснейленд. Только вместо Микки Мауса и Гуфи там бегают пираты и требуют выкуп в 2 бакса. И именно столько твоя задница стоит. Планируют взять под контроль мировые поставки нефти и угрожают миру ядерной войной. Прям как Северная Корея у нас. И вот наш любимый Солидушка. По приказу нового командира Foxhound, Роя Кэмпбелла, надеюсь, он не окажется предателем, возвращается в отряд и получает новое задание — проникнуть в милитаристскую страну Занзибарленд и освободить доктора Марва. Думаю, Снэйк немного ослышался, и ему показалось, что его действительно отправляют в Диснейленд, потому что он реально туда направляется. По ходу миссии к Снэйку присоединяется Холли Уайт, сотрудница ЦРУ, выдававшая себя за журналиста, и Наташа Маркова, агент STB и сопровождающее лицо Марва. Снейк также вновь встречается с изобретателем Metal Gear, доктором Драго Малфой Петровичем из универа Меднером, который, по его словам, был похищен опять и доставлен в Занзибар. Здесь уже Занзибар, там реально Занзибар написано, а не Занзибарленд. Я уже запутался немного. Да. Для борьбы над новой моделью ядерного танка Metal Gear D. От Петровича Снейк узнает о том, что бывший командир Foxhound Big Boss все еще жив, и сейчас именно он является лидером Занзибара. Как только Снейк добирается до моста, Наташа... погибает от взрыва ракеты, выпущенной из Metal Gear D, а доктор Петрович опять попадает в плен к врагам. Пилотом нового Metal Gear оказывается никто иной, как бывший соратник Снейка Сиралис. Сука, я в рот его ебал, предатель херов, он мне как брат был в первой части. Полный кирпичей в штанах и решимости завершить миссию, Снейк сражается против элитных сил Занзибара. Да это даже смешно звучит. И в конце концов добирается до камеры, где содержится Марф, но он мертв. Его уши, глаза, а затем и мозг взорвались от нескончаемого потока клипов и визгов Витаса, наверное. Находящийся здесь же Петрович объясняет, что не смог спасти его, потому что перепил боярышник. В тот момент, когда Снейк собирается забрать формулу Oilex, с ним по радио связывается Холли и говорит, что на самом деле доктор Петрович не был захвачен. Он добровольно продолжил свою работу над Metal Gear. Будучи отвергнутым сообществом ученых после инцидента в Outer Heaven и познавшим нормальную жизнь за границей, Петрович нападает на Снейка, но погибает от отравления боярышником. Имея на руках формулу Oilex, Снейк, охуевший от всего происходящего, двигается дальше и сталкивается с Metal Gear D, управляемым Сиралисом. Да... Да, я все-таки решил называть его так. После успешного уничтожения танка, Снейк бы оказался дома на диване с бутылкой пива, но нет, дальше будет минное поле. Между бывшими товарищами завязывается рукопашная схватка, из которой победителем выходит наш ГГ. После победы над Сиралисом, главный герой пытается сбежать и видит Биг, мать его, босса,
Потерявший все свое оружие и экипировку, Снейк вынужден использовать то, что ему удается найти на месте. Зажигалку и аэрозольный баллончик. Прямо как ты развлекаешься дома, пока мамка вкалывает, чтобы купить тебе новую видеокарту. Сконструировав самодельный огнеметик, Снейк во второй раз побеждает босса. Я бы на месте босса умер от смеха. Вместе с Холли они бегут из базы и доставляют Кэмпбеллу формулу Ойлекс. Кодзима опять превзошел сам себя. Я думал, что игра будет запутанная, но настолько... Хотя, единственным вопросом, конечно, был, почему в Вики написано Занзибар, а не Занзибарленд. Ведь это же разные страны, нет? Короче, игра понравилась многим. По словам Пауля Софа и Game Spice... Бля, как я давно не слышал этого названия. Игра превзошла свою предшественницу Metal Gear во всем. Обозреватель положительно отозвался об игровом процессе и о компактном и хорошо продуманном сюжете, который был продолжен в МГС. Он заключил, что игроки не будут разочарованы игрой, и что она достойна считаться одной из лучших 8-битных игр всех времен, ёпта. Обозреватели журнала Games Informer были более критичны по отношению к игре, которой, тем не менее, была дана оценка 7 из 10 баллов. 7 из 10. Если переводить на сегодня, это 15 из 10. Привет, Лагвинов. Они писали, что для того, чтобы увидеть все ключевые моменты игры, вам предстоит попасть в самые дурацкие ситуации, в каких Solid Snake только мог оказаться. Было также отмечено, что игра фокусируется на постоянных возвращениях назад и сборе ключей карты, что делает ее скучной. Но почему-то потом эту хуйню пихали чуть ли не в каждую блядскую игру. Привет, Resident Evil. В заключение было отмечено, что только самые преданные поклонники признают игру достойной, а лучший способ поиграть в нее — приобрести Metal Gear Solid 3 с Subsistence с бонусным диском. Только учтите, что на Западе игра появилась в официальном переводе лишь в 2004 году. Была отмечена схожесть игровой системы Metal Gear 2 с последующей игрой Metal Gear Solid, хотя последняя была создана позднее и с применением 3D-графики. Журнал Retro Games посчитал Metal Gear 2 фактической игрой Metal Gear Solid в 2D, отметив ее более высоко, чем вышедший в 2000 году ремейк Metal Gear Solid на Game Boy Color. Джереми Пэриш из OneUp.com отозвался о Metal Gear Solid как о ремейке Metal Gear 2. Николай Аткинс также отметил, что многие элементы Metal Gear 2 были отражены в Metal Gear Solid, подчеркнув переход от того, что Снейк возвращается, чтобы спасти ученого, к тому, что он пытается покинуть вражескую территорию в компании напарницы. Конечно, мы с тобой не знаем этих людей. Я не играл, а ты 2004 года рождения. Но этим все сказано. Она хороша. МГС всегда хороша. Ведь так? Ведь так? А кстати, про сюрприз. Ты приемный сын. Вот доказательство.